месяц. Часть акции, которая была объявлена в 2013 году в мэра Москвы, сохраняется за гранью для того, чтобы получить качество зелени и количество зеленых насаждений в московских дворах. Вот сегодня мы досаживаем, скажем так, озеленяем двор в северном округе. Здесь будет высажено 100 лип, одна ель и одна береза. Также 10 лип, одна ель, одна береза и 100 лип. Будет высажено 4800 деревьев, более 165 тысяч кустарников, 875 московских дворах и 310 дворов учреждений социальной сферы. А в каких еще районах Москвы? Ну, цены охватывают все районы Москвы практически, по заявке, по упрощенному порядку. Сами принимают решение, какие деревья высаживают, количество. Нам присылают заявку, мы в течение двух недель принимаем решение об участии того или иного двора в акции. И в центре Москвы еще даже будут какие-то такие явные изменения? В центре Москвы все-таки больше мы высаживаем по программе «Моя улица», потому что емкость дворов в центре, она уже практически исчерпана, когда посадить что-то невозможно, но вот на улице, сейчас программа «Моя улица» тоже уже начала какую-то реализацию, по ней тоже будет высажена, по высаживанию «Мамеры», какие-то серьезные деревья, А у этой программы есть тоже какое-то название? Моя улица. Нет, вот, в котором по дворах тоже моя улица. Это миллион деревьев. Миллион деревьев. И один Через активный гражданин заявку подавали? Нет, на самом деле мы узнали только недавно, что будет такая акция проводиться. Вот, решили выйти, помочь, посадить. Ага. А где вы живете? На Дубовом, дом 1, корпус 2. Да, на каком этаже? На 12. Далеко будет от ваших окон? Вот, раз, два, три, третий дом. Но не увидите этих домов? Нет. А у себя во дворе там нет места? Нет, у нас нет. То есть там уже все занято, да? Да. А хотелось бы? Хотелось бы, но... А как вы смотрите на возможность вертикального озеленения? Вертикальное озеленение, ну, смотрю, адекватно, но главное, чтобы оно не мешало и не затемняло окна, соответственно. А так, если вот здесь, по фасаду этого здания, ну, перехода пустить, то, наверное, красиво смотреться. Из вашего окна? Из моего окна здесь не видим ничего. Ну, а сколько изделий вы видите из своего окна? То есть печальная такая, да? А хотелось бы, чтобы было больше деревьев, зелени? Ну, конечно же, хотелось бы. Как вас зовут? Меня Михаил. Спасибо, Михаил.